Что? Ну только не Фагио, блин. О, это нет. Будет долго. Всем привет, ребят, с вами Квантум, с вами... Ну нет, графон, вернись. Господи, это священник американский какой-то. Так, с вами еще обзорка, и это безумный GTA 5 с безумным пребезумным скилл-тестом. Да. Всем привет, ебой. Так, а куда на... А, нам наверх, смотри, походу, нужно. Ладно. Вот за всеми бегите, за всеми чухайте, ребята, за всеми бегите, не отставайте. Да-да-да-да-да. Все понятно. Графони поначалу, конечно, как всегда удивляет, а... Что случилось? Я забраться не могу. Опа! Я падаю, вообще странный овощ, там что-то взрывается, кто-то берет, что... Ну, конечно, Серега прошел, о, бревно. Я прошел, о, подожди, а что... Зверя превращение. О, а как прыгать зверем? Как прыгать зверем? А как нет, под на самолет, пожалуйста, ну, конечно. Как им прыгать? Он не прыгает. Он мне только что прыгал, а сейчас больше не прыгает. А на какую кнопку прыгать? Скажите, а, вот пожалуйста. Сейчас прыгнул. А, кнопка мыши и пробел. Только не падай, только не падай, только не падай. Правая да, летит. Правая кнопка мыши, я понял. Правая кнопка мыши и пробел. Тут, короче, я это, понял. Это бег с препятствиями, а не скилл-тест. Я вот сейчас бегу с препятствиями, и мне... Что давай, там красные автобусы гоняют? Да я залез только наверх. Офигительно! Фак. Просто упал. Серёжа, что за звук сейчас был? Как прыгать? Я не могу. Ты слышал, как это завещал? Просто... Воу! Ничего себе. Нормально так. О, что? Я на автобусе? Что, автобусы? Я на тюлячном автобусе застрял. Ой, ёп! А чё? Так. Да почему? Так, здесь, походу, нужно вниз. Так, тихо. Офигенно куда просто. Назад побежал. Пацаны, куда здесь идти? Прыгай! Мурло! Застрял автобус, застрял о. Мурло. Мурло обзорка, да? Эх, да, мурло автобус, застрял. Там все легко, обжорка, что ты не можешь? Да, я не играл ни разу за зверя, короче. Я тоже не играл ни разу. Плохо, я не знаю. Да, вообще, блин. Все бывает. Впервые даже игра за зверя. А почему, вопрос, почему они... Задом хотят проехать. Зачем? Они ну, же не потому что тут разворот жесткий, ты не развернешься передом. Еманули или поворачивай сразу на автобус. Я все, я превратился. Ну, давай, езжай. А, Данил, ты там. О, нихрена он проскакивает, офигеть, да. Прикольно. Это не знаю, как бы школьный. Если ты, конечно, уголовник жесткий, то тогда да, школьные автобусы. О, а почему автобус у меня появился на шпале? На шпале нормально. А, ты переспавнивайся, переспавнивайся, и все будет ништяк. Ну, здесь пока что... А, я еще и третий еду. Давай, красненький, езжай. Ну, они похожи на школьные автобусы, по крайней мере. Да, у нас в России примерно такие же школьные автобусы. А что, задом можно проходить? Не-не-не. Ну, я передом не смог пройти, я только задом смог пройти. Я сейчас попробую передом. Хакер, что ты делаешь, братан? Бола, там езжай, блин. Самый хитрый, что ли? А все, поехали. Знаю, получится ли у меня? Все мне получится кажется, у тебя. Нахер я перереспавнюсь. Пошел нахер. Я респавнюсь. И я долетел. Четенько все, четенько и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, как у вас дела? Это нормально все? Спасибо. Да, все отлично, все замечательно. Жизнь, Серега, извини. Ты проходишь? Я прохожу, у меня почти а дальше что? Но... Дальше по целям прыгать я, по каким-то нужно. Я, чувака случайно. Ой, ай-яй-яй. Уходи, дверь закрой. Пожалуйста, дверь закрой. Шатудон. У меня теперь другой чекпоинт. Ну что ты, Дон, что ты делаешь, мудак? А дальше-то что? Давай! Давай! Здесь опять рада... Что? Дозер! Блин, это жесть. Здесь на дозере проходить нужно, на этом, на бульдозере с ковшом, который... Ты далеко прошел? Хакер, куда? Нет, ну, недалеко. Серьезно? Тут очень недалеко я прошел. И тут, короче, на этом дырчике нужно пройти по авиарадарам каким-то. Ах, да ёпта! Ну вон, место же есть, ну давай, чё ты? Он меня застреет, я не знаю. Это автобус килька какой-то, я не знаю. Автобус что? Автобус килька. Слышишь, у экскаватора, у бульдозера отвал поднимается, опускается. Прикол. Я думал, так, у него спереди так, знак такси. Так. Собака, давай. Стоп, я не падаю, Серега. Вот это было. Я не падаю. Сегодня на бульдозере проходить это невозможно. Вот это было жирно. Ты прошел, если Серега? Если бы ты меня сейчас толкнул, я бы плакал, наверное, за обзорка. Нет, все отлично. Я добрый. Обзорка-то на кого агришься? Мне пишут, что ты агро. Да потому что мудак, хакер. Меня спихивает, главное, да и специально. Так, я так понимаю, я уже стрял надолго. О, толкни меня, ты же это... Ой-ой-ой-ой, трамплины, а как здесь? Ай, блин, я просто позбивал всех, кого только мог.
Серега, ты прошел уже? Нет, я прохожу, блин. Серега догнал меня уже. Я лечу, ебой, я прошел. О, да. Какой это кайф. Найс. Это нереально. Ну, вообще реально. Хорошо. Такие тайминги нужно рассчитать. Тихо, Болотов. Ну, Болотов, ты, конечно, козел, я тебе смею доложить. Он тебя скинул? Да, его радар спихнул, а он пихнул меня, и все. И тут, короче, пошло, поехало. Да толкни меня, давай, добротно, шибани меня прям. Сейчас. Ты ж видишь? О, красавчик, давай. Ой. Тимплей. Стой. Пошло. Езжай. Я чекнюх взял, красавчик. Ты взял чекпоинт? А я, походу... Да, взял. Красава вообще. Еду, пацаны, тоже брать. Обжорка, у тебя там как дела? У меня, я чуть-чуть застрял тут, но это не важно. Сережа, выйди, пожалуйста, с моего трактора. Ему это не нравится. Давай! Что? На меня Болотов налетел. Болотов, пожалуйста, не пихайтесь. А как здесь эту шня... А, вот, я понял. Я не взял чекпоинт. Ты меня спихнул, по-моему, ты пихаешь. Отвал. О, меня отвал спас, прикинь. Опа. Так. Я, короче, поднимаю с помощью отвала себя и все ништяк. Так. Это день наш? Так. Да. Но не мой. Пру-бру-бру. Слушай, а он реально помогает. Минус Болотов просто. Правильно, щеми его. В натуре. Я тебе говорю, помогает. Нет. Ах ты, гнида желтая просто. Во. Почему он на месте не разворачивается? У него же фрикционные приводы уже там должны хорошо, быть. Уже хорошо. Так, я, короче, над тобой, Данил. Чуть выше. Чуть повыше, короче. Вперед. Ты придурок! Тебя скинул черный? Нет, он сам себя скинул, сраный бульдозер. Давай, чисто прыгай сюда. Да, чтобы он еще попал, прыгни. Да, блин. Плывешь налево. О, мне тоже повезло. Давай, короче, на ков вверх поднимать, все четко будет. Ты что, на джетнюхе? О, это джетнюх, реально. О, они прозрачные, эти текстуры. Серьезно? О, давай. Хорошо иду. Лол, прикинь, нереально прозрачные. Блин, дым мешает. Дым реально не мешает, нифига не видно. Пацаны, я прошел, ебать. Красавчик. Красава. А можно дым убрать? А можно перейдешь вот этот коричневый, пожалуйста? Я нифига не вижу. Уберите дым, пожалуйста. А что, пацаны, здесь никак? Кто сегодня фасоль ел? Я не понял, пацаны. О, все, я пролетел, короче. Я еще... О, я первый лечу на новом самолете. Серьезно? Ну, к Челяду лечу. Нифига ты быстрый, слышь. А здесь нельзя вот так вот пройти, не? Ну ладно. Не знаю, попробуй. Дальше летим к чекнюху. Давай. А где следующий чекнюха? А вот он. Есть, отлично. Что здесь за фигня? А нельзя ускориться на этом самолете? Что за хрень? Ой. Что за хрень? Сейчас будет неконтролируемое падение на дырчике. Окей, я уже не попадаю, ну ладно. Ой, лол. А что сейчас будет? Короче, у меня не получилось. Я приземлился прямо. Баунс. Да? Баунс. Да. Ну вот это... Странный бульдозер в воздухе вообще не рулится. Говно, жопа. Алифорда. Все, я прошел. Скидывает папа. Воу. Потише. Что-то... О, я на мотике. Помните, фаги в самом начале был? Вот. Да. Я теперь еду на этом фаге. Что? Блин, я был на фаге, и я упал вниз. Здесь, короче, прикиньте, нефтяные насосы стоят. По нефтяным насосам давай. Нужно ехать. Чего? О, господи, это было... Что это было только что? Почему? А, надо тайминги ловить, я понял. По нефтяным насосам, да, проехать, и все. И опять бульдозер, мать его. Да что ж такое? Блин, я не могу проехать. Ой, как же жестко. Вот в чем плюс бульдозера. Видите, что здесь можно творить? Стой. Все хорошо. Пока, чувачок, шашлычок. Рифер, ты мне был почти как конкурент. Понятно, Рифер, я туда же улетаю сейчас. Пацаны, тут на дырчике дрифтить нужно будет, слышите? На чем? Здесь нужно будет на бульдозере дрифтить. Да, я понял, о чем. Вы сейчас увидите. Пожалуйста, стой! Я за тобой еду. Не падай! Я проехал. Обзор, какие у тебя проблемы, обзорки? Понятно. Ясно. А, понятно все. Просто ясно. Я понял. Ой, истребитель, гидра, отлично. Или кто-то сходу улетел. А, он еще только оттуда сюда прилетел. Летим дальше. Шасси выпусти, Серега, чтобы выехать оттуда. Как? На G шасси выпускать.
Я почти прошел на эту гребаную стрелку, почти приземлился. Бедная обжорка. Да, я на нее приземлился, главное, и он просто перевернулся. Вот, прям в гору лететь нужно. Что? Я в текстуру горы залетел, what the fuck? What? Чуваки, я надеюсь, никого не стошнит. Лети прямо, я прям в текстуру горы залетел, слышишь? В смысле? Вот в прямом смысле, прям в текстуру горы залетел, меня гора заела. Я чекпоинт не могу взять. Это нормально, Серега. И продолжаем наше... Так. Да что ж за конкуренция-то в виде рифера, я не понимаю. Рифер? Давай, давай. Все, я уже по чекпоинтам, третий мне отлично. Мой хорошенький, миленький, крутой, ты черный, третий, Серега? Мощный, я первый еду, я тут с риферком гоняюсь. Э, а че? Куда нам машина? Че за дерьмо? Чекнюх в ангаре, да ж твою ж за ногу. Фу, я прошел, наконец. Данила, куда здесь? Я в горах. Я вообще финишировал, сзади заехал, нормально. Я должен был спрятаться в доме, но я, короче, спрятался не в доме. Ох, это было жестко. Горы прозрачные были, я офигел вообще, думал разобьюсь.